Итак, все торжественные части закончились, и сегодня серия будет у нас про Эмегу, Икея, Новосибирск. Ребят, мы, наверное, ну никак еще до конца не оклемаемся. А что такое фирменная здесь? А, фирменная? Ну да, смотрите. Я сегодня синенькая-беленькая. Вот так. И мне тоже намордник. Давайте мой намордник. У нас тут это, срач. У нас срач. Вот я поэтому говорю, не показывай срач. Чистота закончилась сегодня, на сегодня. Да, а где? Выключай камеру, сейчас будем. Выключай, сейчас походу мат будет ненормативный. Выключай. Я буду ненормативная лексика. Был же у нас много с тобой. И не по одной. Это подарки, которые нам дарили. Короче, слушайте, мы ведь за чемоданом сейчас поедем. Нам додарила компания подарков столько. Чтобы мы сюда меньше привезли, чем будем увозить. Да. У нас было с тобой два наших битком забитых чемоданчика. Так, давай я на кресле посмотрю. И, кстати, вот нам даже бутылочку, вот смотрите, она вроде маленькая, да? Магия монтажа, теперь она большая. Вот такую бутылочку нам подарили. И она опять маленькая. Нас же двое, поэтому у нас все по два. Подарков два. И это большое преимущество семейного контракта. А вообще это очень удобно работать вместе с мужем. Вот муж вчера снимал, а я отдыхала. Да, я работал, как и бог. Для вас все, чтобы вы примерно выделили то же самое, что и я. Так, мы сейчас будем искать домой. Да. Мы успешно нашли маску. Вот. Так, Дима, такая. Забери, пожалуйста, ключ. Брендированный. Где? Мы уже миллион раз ходили на ресепшн перемагничивать ключи. О, мне знаешь, что сегодня понравилось? Ну, мы, соответственно, завтракали в ресторане. А такси вызвал? Нет, такси сейчас не вызвал. И подходит, расскажи, Сушев, правильно ведь? Да, Сушев подошел к нам, мы успешно позавтракали и спросил, как, что вам понравилось. Часто ли посещаете сие заведение или будете впоследствии посещать еще раз? Вот мы сказали утвердительно да. Кстати, вот так работает рекомендация. Да. Ничего личного, да? Так, лифт. Кстати, больше током не бьется. Он к тебе привык. На самом деле нам в Домине очень понравилось. Классный отель. По корпоративной цене это гораздо у нас бюджетнее получается. Мы же задерживаемся, да, на один день. И раньше прилетели на один день. А так вот на букинге с учетом скидки по Гениусу у меня за сутки вышло, ну, номер на двоих, вышло 400. Ребят, в Нижнем мы дороже снимаем, а уровень вы видели. Так, и вкусно кормят. Тут даже вот при выходе есть небольшая галерея. Мы чемодан зачем нам? Давайте сегодня кто не из Новосибирска, смотрите. Вот эти жанки мы сегодня для своих родных и близких приобретем. А причем кое-что из этого мы уже кушали. Нам ребята наши с Тюмени дарили урбеч, вот из этой же линейки, не видно его. И вот такой кедровый ассорти. Вот это очень вкусно, вот эта штука, вот это вот. Прям ням-ням. Угу. На солёно слопала. А есть даже вот кедровая шишка, но мы купим ее в более дешевой упаковке, две штуки, они в вакууме. Настоящие с орешками. Их там, по-моему, две или три. Ну, это развлечение для детей, которые вообще не понимают. Ну, тогда две пачки. Две пачки. Детям и тебе. У меня все детство прошло. Знаете, у меня же мама из-под Екатеринбурга, между Екатеринбургом и Тюменью. Ирбит, город. Маленький населенный пункт, рядом деревья. Там она родилась, выросла, там ее родители жили. Мы приезжали каждое лето туда, и у меня летом, приезжали всегда в июль. У меня лето, знаешь, что началось? Вот с такого 10-литрового ведра вот этих шишек где-то приносила, не знаю откуда, потому что, в принципе, до тайги далековато. Бабушка все в печке парила, поэтому на мои шишки рот не разевай. А еще вчера нам с Байкала привезли и кедровых орешков в подарок передали. С Иркутска? Да. Тулун, по-моему. Как? Тулун. Тулун, из Тулуна. Если Асасак, или как Асак? Сесек. Сесек, да, если ты смотришь нас, мы получили подарок, спасибо. Откроем дом, решили не открывать. Да, да, но смысл сейчас открывать. Не открывать, я же сожру все. Да. Татьяна Павловна пристрастилась по Новосибирску ездить на такси бизнес-класс.
А у нас его нет, очень удобно, и ценник адекватный. Вот, например, до Меги мы сейчас поедем всего за 300 рублей. Ну вот, кстати, это один из пунктиков, почему мы стремимся зарабатывать больше, не в копилку складывать, а вот именно вот эту эмоцию, да, получать. От более комфорта, от большего комфорта, кушать более качественную еду, одевать более качественные шмотки. Скажешь, транжиры? Почему транжиры? Окей, хорошо. А в бизнесе не пахнет сигаретами, тебя аккуратно, деликатно везут, с тобой корректно обращаются, не врубают музон, то есть я совершенно спокойно могу ехать и работать, нет разговоров, какое все хреновое и дерьмовое. И чем платить 200 рублей за разбитую др-др-др, я лучше отдам 300 за нормальный адекватный автомобиль. А для себя отмечу, что машины бизнес-класса такие чистые, как у меня, мои личные. Не как у Татьяны, а как у меня. Что в них можно даже аппендицит урезать в машине. Вот так и живем. А? Ответственно передаю жезл Татьяне. Да. А я пока микрофон сложу. Ответственно жезл приняла. Все, мы закончили все съемки, мы все-все отсняли. А, как мы говорили в обзорах, мы общались с сотрудниками кейс-сервиса, с сотрудниками логистики. Благо, канал помогает таким коммуникациям, то есть нас слышат, нас видят, и мнение важно очень, не только наше, но вообще, да, для самого канала, для подписчиков, то есть стараются все-таки помочь. Сейчас я попробую поудобнее сесть, потому что, сорян, после всех посадок и вчерашних плясок, хоть я и не плясала, но просто ходила, гуляла по территории, попа болит и ноги. Что? Да, в общем. Даже от отдыха жопа болит. Да что-то вот этого нет, все, я хочу домой, нужно сейчас активно работать. Ну, свои планы, мы с вами скоро ими поделимся. В общем, Мега нам понравилась, Мега у вас классная, новосибирцы, у вас очень много вкусного. Да, я сразу поправлю тебя, почему мы не снимали саму Икею, саму Икею внутри, что мы там делаем в Икее, в принципе, это интересно, но нам не хочется вставлять одно и то же в обзор Икеи, да. Да. Просто саму Икею смотрите в общем роли, в общих роликах. В общем канале, да, не во влоге. А тут мы просто будем подводить итоги, чтобы не дублировать контент. Да, здесь мы будем делиться впечатлениями, как мы уже говорили в основном обзоре. Когда гуляли по Икее, мы сейчас погоним за чемоданом. У вас есть классный бренд, который делает для многих компаний брендированные чемоданы, в том числе и для нашей компании. Но на данный момент, как бы, да, ну, компания не планирует закупку в ближайшее время, а нам нужен чемодан сейчас. Точнее сказать, сегодня, потому что нам надарили, как мы уже сказали, столько подарков, что нам их не увезти. В общем, мы сейчас гоним туда и потом едем в галерею за вкусняшками. Почему? Потому что здесь, в Меге, нет, оказывается, ни одного такого магазина, где бы были местные продукты представлены. Был, но закрылся. Был, но закрылся, да. Получается, туристы, сюда не туристы. Так, и как мы обещали, мы должны были дать вам ответ касаемо, почему же так выросла доставка. На самом деле, друзья, Икея сама не возит ничего. Своих машин у Икеи нет от слова совсем и никогда не было. А те подрядчики, с которыми Икея раньше работала, давали один ценник. Потом произошли определенные моменты, с этими подрядчиками работать перестали, и все, нашли других уже, соответственно, за другие деньги. Поэтому, когда, неважно, приезжает к вам машина, допустим, в Томск, в Барнаул, ну, куда угодно, откуда работает Новосибирск, непосредственно сама Икея, не ребята-посредники, неважно, что на ней написано, хоть Икея, хоть Икея, это точно такие же посредники, только по самим грузоперевозкам. Поэтому имейте это в виду, и если посредники, вот такие, как мы, например, они заинтересованы, чтобы это все доехало в целости и сохранности и так далее, чтобы ничего не помялось, то этим товарищам, сорян, пофигу. Еще Икея платит, поэтому может быть и бита, и прочее привезти. Ценник вырос по логичным соображениям, растет все, и ценник заодно растет. Почему заборы стали дороже на 30%, да, по всей России? Металлические. Вот здесь, ребят, то же самое. Поэтому сильно не заморачивайтесь, ищите посредников, потому что... Не то, что ищите, ищите где дешевле. Да, ищите где дешевле. Человек, рыба где глубже, человек где лучше. Ой, впечатлениями о Новосибирске, наверное, попозже поделимся. Да, в гостинице, да, в чем-то смысла нет. Да. В общем, мы погнали дальше. С вами на встрече, на связи. Мега у вас реально классно. Мне очень понравилось, что здесь очень много таких ресторанчиков. Мы, кстати, обедали в том ямбаре. Я в сообществе об этом крикнул. Ага.
А еще говорит: Таня, ты в своем телефоне. Ко-ко-ко. А сам-то быстрее меня все постит. С кем придется, того наберешься. Ну, другая поговорка. Ну, по факту, да. А как другая? Не скажу. А теперь думай, мучайся. Думай, мучайся. В общем, а еще знаешь, какой у меня вопрос возник? Ты меня сбил с мысли, я не могу сконцентрироваться. У вас сегодня какой-то смог и дымка. На дворе 16 мая 2021 года. Это что, предвестник дождя? Или это реально, когда вот тайга горит где-то, такой смог, ну, по городу? Попаду в дождь. Да, потому что все в дыму и как-то прям такое, не знаю, мне как, ну, дискомфорт какой-то. Вообще меня Новосиб порадовал обилием магазинов и коллекции, которых у вас у нас нет. Например, у меня на голове ободок, второй день не расстаюсь. У нас в Эйчике его нет. Заказывать через интернет мне нужно мерить. Отрубил, ну все. Продолжение следует. Когда мы ехали в Икею, мы заметили автосалон Kia Motors. Отснявшись материалом, я полюбопытствовал, и зашли мы сюда, чтобы посмотреть наш следующий автомобиль. Нет, это будет папин автомобиль. Мне не дадут? Ну, у тебя есть. Это папин размер. У меня есть. Вот это будет папин размер. Называется Kia Carnival. У Татьяны Павловны Sorento Prime. Вот такой маленький. Прям маленький. Ну, по сравнению с ним. Нормальный. А я вот хочу себе вот такой корыто. Классный. Правда, корыто. Настоящая корыто эмалированная. Кажется, корыто эмалированная. Почему мне эта машина понравилась? Все по единственной причине. На ней очень комфортно путешествовать, пожирать километры расстояний. Длинные базы колесные и 6 мест посадочных у всех пассажиров, капитанские кресла индивидуальные. Вообще, огонь тачка. Мое пристрастие — это спортивные машинки и машины для путешествия. Но у Татьяны Павловны машина совсем мягкая, очень мягкая. Я в ней сплю. Да ее тогда еще мягкая. Ну, надеюсь, нет. Вот, мы сейчас в ожидании такси едем в магазин за чемоданом. И заодно мы хотели с вами поделиться вот такой вот не новостью, а с чем? Чем? Хотелкой. На которой дальше работаем. Ну, мы вообще, в принципе, ну-ка, двинься. Какая рожа у вас шарапа? Мы вообще на своей хотелке работаем всегда. Почему-то потому, что живем мы один раз. И мучительно больно будет. 80. Пожал. А простите, просрал. Поэтому да. Мы все это и делаем. Несем пользу людям, делимся информацией, создаем полезный контент. Нет, я скажу проще. Мы обслуживаем свои хотелки. Да. Мы захотели, вот я такой, захотел эту машину. Да, она стоит не 200 рублей. На нее надо заработать. Да. Я приеду домой и буду работать как негр, чтобы заработать на нее. Ну, конечно, не как негр, но достаточно количество времени потрачу. С удовольствием. Да. А вот в этом и ценность, когда тебе не просто достается все с неба, да, вот, допустим, вот компания не всем же нас вот так обеспечивает, для чего? То есть дается то нужное, необходимое для мотивации, для деятельности и так далее, остальное ты создаешь сам, это логично. Когда ты сам ничего не создаешь, а тебе это только дают, простите, это не ценится. Посмотрите, как дети относятся, как бы дети, которые живущие в основном, да, в обеспеченных, если семьях, как они относятся к игрушкам. А хочу другую, а хочу сломаю. А как дети относятся к игрушкам, когда они, извините, раз-два, да, и больше не будет. Поэтому нужно ценить и нужно уметь создавать, и вот это доносить. Вот мы просто с Димой как бы росли в период ни хрена не изобилия в наших семьях, в жопе, можно сказать, и каких-то перспектив, вот чтобы вот такая у нас жизнь была, мы уже миллион раз говорили, у нас ее не было бы. Физически взять неоткуда. Мы из обычных семей. Но с помощью, опять же, да, Siberian Wellness мы смогли измениться. Ну, изменяться мы начали до того, то есть этот, да, задел на будущее был. А с помощью семерки мы смогли это все реализовать и продолжаем реализовывать. И главное, не только мы меняемся, к нам приходят точно такие же люди. И причем, знаешь, я удивляюсь, я просто поражаюсь, какие приходят люди. Люди приходят не в бедственном положении, ой, и вот заработать в сетевом бы чего-нибудь. Приходит топ-менеджмент, приходят очень охеренные специалисты. Состоятельные люди. Приходят, там, допустим, заведующие, там, владельцы клиник. Знаете, для чего? Человек уже научился зарабатывать бабки, но жить-то ему некогда. И он понимает, что пока он работает, он не живет. А хочется работать и жить одновременно. И вот этот баланс дает сибирское. Ты несешь ценность, ты помогаешь людям, и при этом ты зарабатываешь.
Ну и есть определенный процент людей, которые состоятельные, повторюсь. Они приходят не с деньгами, а за признанием. Они, некоторые люди зарабатывают безумно много денег, но их никто не признает. Поэтому некоторые люди приходят сюда не ради денег. В общем, люди на самом деле, вот к какому выводу пришла я. Сибирские люди приходят за продуктами. Это наш образ жизни. Сорян, ребят, мы тут лидеры. Это наш образ жизни, мы этим живем. Вот Икеей мы живем, и этим мы живем. Поэтому наши смотрят. И в Сибирку на самом деле люди приходят по нескольким вещам. Это продукт и это бизнес. За продуктом приходят, когда уже есть проблемы. Благо сейчас радует, что люди начали приходить уже осознанно. Она понимает, зачем им это нужно, и что не нужно, грубо, да, ждать, когда у тебя там, вена на ногах вылез, там можно просто профилактировать, каждый день пить диасмин. Рутин, 2 флавоноида, помогать себе, укреплять все это дело. Не нужно ждать, когда у тебя там коленка будет вываливаться, можно помогать заранее. Не нужно ждать каких-то дефицитов, их можно заранее закрыть. Люди влюбляются в продукты и остаются на бизнес. Люди, которые приходят наоборот на бизнес, они знакомятся с продуктом, влюбляются в продукт и еще сильнее и быстрее делают бизнес. Вот, мочила, я в шоке. Откуда столько слов себя знает, да? Просто надо говорить, тут офигенно и все. А она тут целую поэму развела. Да, Павловна? Вот наш второй. О, 3 двойки. Мерседес. Мамка мне это матом ругаться умеет. Мы в номере. Все, что мы запланировали, купили. Но есть небольшой нос с 2 звездочками. За место 1 портопледа мы купили 2. Так как Новосибирск непредсказуемо оказался очень гостеприимным и на подарки щедрый оказался наш Новосибирск. Сапоги, вкусняшки от компании 3 мешка. Давайте я вам покажу, что мы купили. А причиной покупки 2 портопледов послужила всего лишь банальная причина. Нам Siberia Wellness подарила вот такие чехли на портопледы. А у нас и киевские чемоданы только. Вот, а видите, что-то? Я еще давай покажу, вот. Что еще нам подарили. Вот такой. Раз нам подарили 2 чехла. Надо 2 чемодана. Все просто. Еще пол чемодана займет, смотри, сейчас, что. Перевернул. Мизик. Нет, иди сюда. Ну, сорян, не сюда. У нас бардак, мы собираемся. Сюда. Это нормальное явление, потому что нам надо впихнуть. Не впихуем, у нас очень много подарков. Короче, то, что мы купили домой. Ну, кроме сапог, потому что нам их пришлось покупать, мы же дома не купили. Вот такие шишки. Это магазин ТЦ-галерея «Сибирский кедр». Больше этих магазинов по городу нет, только в аэропорту. А дальше вот такой мармелад ягодень. Ну, кстати, я где-то видела по России на заправках. Это купили дочкам 2 пачки такого ягодени. А где еще ягодень? Ты сожрал, что ли? Сделаю небольшую пометку, пока мамка ищет. Мы любим, когда посещаем какой или иной другой город, мы всегда привозим нашим родителям, нашим детям что-то местное. Да, что-то местное, интересное и ни разу не пробовавшее. Да. А дальше купили вот такую землянику в шоколаде дочкам. Дима себе взял попробовать халва кедровую. А себе взяла смесь кофе арабика с робустой с кедровыми шишками. Кедровый орех дробленый. Дима набрал вот таких интересных шоколадов. Ну, я купил с учетом того, чтобы я маме покажу весь ассортимент, и она выберет то, что ей... Своей маме, не мне. Не, ну, твоей мамы, мне кажется, не будет. Нет, твоей будет. Маме. Ну да, моей. На выбор, какой она захочет по вкусу шоколад, остальное мое будет. Вот. И вот такие вот коробки кедрового ассорти. Нам их дарили ребята из Тюмени. Когда мы так, на конгрессе были, у нас темный шоколад с сибирской клюквой. Вот. Такая упаковочка. Цену не спрашивайте, нифига ни спар, ни пятерочка. Другие цены. Так, цветной шоколад. Тут идет с лаймом и кокосом. Лайм-кокос. Да. Прикольно, ну прикольно. Масло, какао, тростниковый сахар, молоко. Цветной шоколад с фисташковым и кедровым орехом. Нет, состав, кстати, хороший. Ну, поэтому мы и купили. И вот этот шоколад, молочный шоколад с еловой хвоей. Соответственно, раз есть чемодан.
Да, вот это, на выбор из три штучки мне достанется, а остальное маме. А, это нам подарили вчера, привезли. А, вот из Иркутска. Ну, мы утром сказали перед тем, как выйти из гостиницы, вот. Нам из Бурятии небольшие вот подарочки. Дальше. Компания. Кедровые орешки. Куча экипировки, так, которая вот, занимает реально целый пакет. Не пакет, а эко-сумку нашу. У нас там дождевики, футболки. Во, срач туда. У нас даже дом такого срача никогда не было. Нам компания в двойном размере, подарила вот такие комплексы Detox Pro. Я, кстати, пью его сама. У меня кто там по поводу пуза кричал. Там дальше пуза не показывай. Да, пуза стало гораздо меньше. А дальше у нас по две вот таких медовых пасты. А одна с чабрецом, душистым и боярышником, этикет, а другая... Покажи. Короче, вот это для иммунитета, а это для нервов и для сердца. Неважно для чего, это просто вкусно. Это вкусно и полезно. Это вот просто вкусно. Ну, не знаю, как полезно, но это просто вкусно. Этот чехол еще пойдет на второй чемодан. Вот этот. Да. А дальше два вот таких набора наших новых протеинов, только не мешочками, а саше. Кто меня смотрит в Инстаграм, знает, что у нас Алена очень любит вот такой ванильный. Причем в составе только сывороточный протеин и натуральный ароматизатор. Не идентичный натуральному, а то есть прям вот экстракт ванили. Две вот таких банки детских витамин. Новинка только с производства. То есть еще даже никто, это муха не какала, как Дима говорит. Два. Только рядом пролетала. В общем, я посчитала. Нам компания, помимо всего прочего, подарков каждому на десятку еще подарила. Ну, добавим к этому, ну просто сейчас она уже не в товарном виде, это 4 футболки, 2 дождевика, 2 банданы, сумки, ну это все нас экипировали на... Да, ну это придется все это везти, и плюс 2 пары сапог, нас прибавилось. Да, поэтому нет. Мы решили купить 2 портапледа, потому что с одним мы, чувствуется, не влезем. На самом деле портапледы классные, новосибирские местные, одна фабрика производит. Так, давайте. Не реклама, сразу говорю. Нет реклама. Нам посоветовали, и мы советуем вам. Ничего более. Вот. Вот такой бренд. Есть интернет-магазин, мы спрашивали, с доставкой по России. Почему мы купили эти портапледы? Потому что есть один активный пользователь... Все продукты. Могу сказать, управляющая компания, а тебя не слышно, надо поближе. Одна из сотрудников управляющей компании Галина Петрова, она в высоком руководстве, она нас сопровождала всю поездку. Ну, так как мы топ-лидеры, соответственно, побольше общения нам доставалось. И сегодня завтраком в рабочий момент мы разговариваем. Я говорю, Галь, я, конечно, все понимаю. Говорю, я не знаю, куда это добро складывать. Говорю, а чехлы вообще, говорю, не представляю, на какие чемоданы одевать, потому что мы привыкли на икеевские. Она говорит, ребят, слушайте, есть это классный бренд, и именно этот бренд изготавливал в свое время, пару лет назад, для сибирского, когда было еще сибирское здоровье, они Siberian Wellness, чемоданы. А чемоданы мы знаем, мы видели, как в Стамбуле сибирские чемоданы летали в идеале. И Галя нам показала модель, то есть материал, из которого сделаны себе вот эти фирменные чемоданы, и говорит, купите себе синий-белый чемодан. И вот у нас теперь такие вот брендированные чемоданы. А самое главное из всего этого, я опять просто в двух словах подведу итог, много слов Танькина. Чемоданы конкурентоспособные. Цена вот этого размера, и размер у нас М-ка за 4200 рублей. Да. В Меге в Нижнем Новгороде такой же чемодан 5600. И то он с более такой, более дешевой фурнитурой. Вот этот чемодан 4200 вышел. Поэтому смотрите, ну... Нам очень понравилось. Ну, нам понравилось. Пока не знаем, как все это выживет, особенно чехольчик, да? Потому нет, что чехольчик тут... не знаю, но с чемоданом Галя... Я переживаю насчет чехла, как он будет тестироваться. А, ну, не знаю. Галя тоже спросила, она говорит, должно ли это классно. И вот Галя, по-моему, сказала, Галя, если я примандила, сорян, по-моему, 200 часов она налетала, 200 дней она за год налетала, то есть 200 раз чемодан летал, а не 200. Подожди, 400 раз чемодан был подпинут. Подпинут, да. Да. Был перегружен в самолет или из самолета. Вот, мы собираемся. Мы собираемся. Таня собирается. А Юрьевич что делает? А Юрьевич, как обычно, как хороший мужчина в семье, контролирует процесс.
Какой муж придумал? Производитель. Все претензии к производителю, да? Да. А уже это, претензии не принимаются, гарантийный срок прошел? С его устройством? Да, все. А сколько было гарантии-то? До свадьбы. До свадьбы, а потом что? Дальше в руки берется, перекладывается к жене. Вот вы спрашиваете, мы не ругаемся? Не, мы не ругаемся. Так, да, вот это самая глупая истерика, да? Да, вот так мы ругаемся. Через камеру. Вот это мы ругаемся. Да, вот так. Чтобы у вас понимание было, вот это мы ругаемся. Это мы сейчас поругаемся. Да. И сейчас будем спать в разных стенках. Да. Из-за этого. Но кровать очень широкая. Чтобы к Таньке подползти, нужно очень великое усилие при этом. А она сразу еще мягкая, и усилия да, не да. И я наполовину пути сплю, да, до Таньки не добравшись. Он Таньки на жопе не торчит. Ха-ха. Я шмотки собираю, пока кто-то трындит. Ну, я тут, чтобы это... Тайминг хороший был, он по видеоблогу, я тут это специально держу. Всякую глупость записываю. Ладно, все. Теперь, наверное, мы уже включимся или вечером, или утром. Или в аэропорт. Да, потому что сейчас мы все вещи соберем и, наверное, чуть-чуть отдохнем. Ты отдыхать, у меня эфир. Ха-ха, опять? Жена говорит, когда... Дим, скажи, пожалуйста, это тяжело, когда жена трудоголик? Нет. Ей вообще не мешает. Вообще. А на семейном бюджете как отражается хорошо? Главное, папе хорошо, а остальное это вторичное. Вот если муж алкоголик, это уже сложно. Нет, когда жена алкоголик, это еще хуже, чем да. Муж алкоголик. Лучше трудоголик? Да. А что лучше, трудоголик или алкоголик? Лучше трудись. И тот лик-лик-лик-лик. Да. Лик-лик-лик. Все. Я хочу домой. Скоро поедем. К детям. Опять я вам покажу самолетики. Да. Ой, мы еще там с вами пофилософствуем, у нас 4 часа стыковка между рейсами. Да, поэтому, наверное, еще на 2 серии что-то выжмем, да? Угу. Да. Я забыл посмотреть, а в местном аэропорту есть сувенирная продукция? Не знаю, что ты хотел. Металлический брелочек для ключей, где там вот такая штучка-то с названием города. Это фетиш папин новый. Фетиш? Начавшийся с Стамбула.